Приветствую. Есть новости, которыми я решил с вами поделиться. А то, что делаю сейчас, то, что буду делать в ближайшем будущем. Сейчас расскажу. В общем, по клинкам. Клинки у меня не отпустились. Один вот единственный, случайным каким-то чудным образом отпустился. И то не до конца, я его еле просверлил. А не отпустились они потому, что я отпускаю по справочнику. Делаю отпуск, отжиг там, правильно, если он... То есть, а справочник всегда рассчитан на листовой прокат. А когда пакетно-кованые заготовки, это уже не прокатывает, поэтому приходится тут методом тыка, ступенчато, тут, в общем, умудряюсь. У меня уже полтора дня идет отпуск, полтора суток, точнее. И поэтому... Надеюсь, что в этот раз у меня все отпустится, там, заготовки все. Поэтому даже показать нечего. Вот единственное, что вот это узкие, это вот к таким вот к узким оправам. А второй будет широкий и чуть короче, слегка. С таким эрлом маленько, с выкрутасами. Так. Да, по клинкам вам, в общем, сказать больше нечего, показать тем более. По оправам. Пришлось сделать оправы. Я обычно всегда только, в первую очередь, только клинки делаю, а потом уже оправы. Но так как надо было чем-то за себя занять, пришлось сделать все наоборот. Ну что ж. Вот что я тут сморганил. Я, конечно, понимаю, что сейчас резчики, там, кто по дереву, кто по металлу, меня тапками закидают. Но... Я вам сразу скажу, я не художник, я не резчик. Я просто, как вижу, так я и делаю. Я никаких там... То есть, спецом далеко не являюсь. Это сапели. Почему взял сапели и зерикот? Потому что это очень плотная древесина, и она меня никогда не подводила. Поэтому взял именно такие вот варианты. Конечно, да, могло быть что-то покруче, но... Не знаю. И еще у меня тут проблема, что если взять там ножичек такой подрезной, как-то не так он называется, там штихель, древесину режут только вдоль волокон. Чуть наискос или поперек вообще не режут. Все заточено правильно, все углы сделаны. Я не знаю почему. Буду сегодня опять YouTube ковырять. Может, что-то найду, что-то такое с этим связанное. Это в таком же узком вот клиночку. Типа как бы крест. Цвет желтый. Это латунь. На видео, наверное, будет это не видно. Сейчас попытаюсь вот так вот. Вот это зерикот древесина. В общем, да. Да. Как видите, художник из меня и никакой, но обещал сделать. Как там я сказал. Легкую инкрустацию. Вот она и легкая инкрустация. Пожалуйста. То есть, более сложную я не знаю. Со всечкой проблема. Тоже сегодня буду YouTube бомбить. Конечно, я уже не первый день ее бомблю. Как сечку делать? То есть, ну, я вот пробовал в сосну, в липу. У меня получается. Причем довольно-таки неплохо. Но в такие вот плотные древесины у меня как-то... И прорезать паутью не получается, и вколотить туда. Это как само, что он в алюминии вколачивать. Примерно так, по ощущениям. Поэтому не факт, что у меня получится что-то с всечкой. Да. Не знаю, как это вам сказать. Наверное, все догадались, что это знак зодиака... Ой, даже не знак зодиака, а созвездие Большая Медведица. Не знаю, почему меня пульнуло в эту сторону. Просто такой сижу и думаю, отдай-ка я созвездие какое-то строю. И вот сделал. Да, эти вот кружаки, это корейская береза стабилизированная. Это акрил, это корейская стабилизированная, акрил, корейская стабилизированная. Это по материалам. Тут тоже должна была бы быть всечка для
идеала. Но я тут уже гору пробников, то есть у меня пробники, вот штук, наверное, больше 10, ну не колотится сюда никак. То ли древесина неподходящая, то ли руки не заточены. Не знаю. Вот такой вот вариант, в общем, вышел. И позор. Позор, как говорится. Мой позор. А кстати, надо еще. Ну-ка, я ее не зачистил. Сейчас, секундочку. Ну вот, минутку почистил. В общем, ну, все равно, в любом случае, это мой позор. Хотел что-то такого четкого, элегантного. Опять же, ни один штихелек, ни один резачок его не берет, эту древесину. Берет только бур, бур машины. И вот обратным конусом я тут пытался что-то такое сотворить. Уж даже не знаю, как это дело поправить бы, чтобы смотрелось, реально смотрелось, чтобы. Буду думать и гадать, как говорится. Вот так вот у меня сегодня. И это, в принципе, все новости. Больше показать нечего. Ой, а вообще руки, в принципе, чешутся по стали. Хочется со сталью работать. Там, кстати, у меня тоже есть идеи. Идеи есть и для дамасской стали, и для моностали. Как сделать клиночки необычными. Ну, конечно, если резать бором, опять я боюсь, как бы вот такая у меня штуковина не вышла. Как бы дабы. А вот другими методами я уже... Есть еще одна идея, тут как бы сделать интересными клиночки. Чтобы они были далеки от стандарта. Все, в принципе. Все. Все сказал, показал, что мне на данный момент, на сегодня. И поэтому извольте откланяться. Будут новости. Обязательно покажу, расскажу. До свидания.